Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство X-Reel Beam Pro. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить режим энергосбережения. Итак, мы свайпаем вниз, ищем здесь режим энергосбережения, находим и, нажимая на него, можем его включать и выключать. Зажмем на нем пальчик, перейдем в настройки. Здесь мы можем настроить расписание процентное для него и также отключать, когда уровень заряда достигает 90%. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.